1 по 20 апреля военнослужащие оперативного полка участвовали в операции «Барьер». Эти масштабные учения стали элементом подготовки к участию личного состава в обеспечении безопасности на Олимпийских играх в Сочи в 2014 году. Личный состав выполнял служебно-боевые задачи в угрозе совершения диверсионно-террористических актов, в угрозе минной войны. Все поставленные перед полком задачи выполнены в полном объеме. Что было отмечено министром, главнокомандующим, командующим Сибирского регионального командования и командиром бригады. В ходе торжественного митинга был доведен приказ о поощрении военнослужащих ценными подарками, денежными премиями, благодарностями и грамотами. Прибывших поздравили командир 42-й бригады, ветераны службы, священнослужители и представители власти. Оперативный полк в очередной раз доказал, что все поставленные руководством задачи выполняются качественно, в срок. От имени администрации, мэра Ангарского муниципального образования и главы города я выражаю вам свою благодарность. Спасибо. Личный состав оперативного полка принимает участие в жизни муниципалитета и обеспечивает охрану границ не только Байкальского региона, но и других территорий страны. Так, военнослужащие части 3695 готовятся к параду Победы, а уже в июле очередная командировка. В Казани пройдет Всемирная универсиада, где охрану безопасности будут обеспечивать в том числе и военнослужащие Ангарского гарнизона внутренних войск. Ольга Делибера, Дмитрий Новопашин, местное время.